Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия – правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас с Аней простят тоже. И все поедут домой. В метро. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Алексберг, меня зовут Алекс, это «Метро. Исход», 7-я серия сегодня, и мы прибыли в Ямантау, ну тут, из-за того, что там я немножко закончил неправильно, мы начинаем заново главу по сохранению, и то, что нам Артём сказал сейчас, это мы уже были, и это уже мы смотрели, слышали в прошлой серии. На самом деле, что произошло? Мы приехали, нас, оказывается, обманули, там были людоеды, эти бандиты-людоеды, которые... похитили Анну. И вот, а мы сейчас идем ее спасать. Но кто не видел, кто не знает, посмотрите предыдущую серию, и вы все поймете. Ну а мы продолжаем дальше. Что у нас тут интересного? А, я здесь и сохранился же, точно. Так, дальше идем. Я прям тут и сохранился. Так, что у тебя тут? У них калаши-то беспонтовые, вообще никакого этого нет. Так, ну-ка не орать. Дурак, что это вообще? А чё не орут, когда бегут? Зачем? Так, чё тут? Борща. Доступный только папа. Папа, не видать, называет этого. Артём, но не нашёл? Нет. Скорее, каждая секунда на счету. Чё ты, думаешь, они её съедят? Я думаю, она им не нужна. Так, это я здесь был. Ну, это я специально сюда зашёл, правда, я не знаю зачем, но я зашёл сюда. Так, ладно, идём. Дверь. С ноги открываем. Так, сразу же по стрелушке. Здесь будет, наверное, прям конкретный такой экшен. По стрелушке конкретные всю серию, поэтому... О! Ни хрена себе! Ты что наделал-то? Нормально ты, короче, прижег меня вообще, красавчик. Я прям вообще охренел. А чё, у меня нету этой... Подожди, эта херня... Чё там, топоры летают? Чё тут за паранормальное явление? Нормально, я что, пугался, бля, Артём напугался, Артём напугался вообще прям полностью, я-то не напугался. Короче, смотри, что происходит. Я сейчас, подожди, где там, где ты орёшь-то? Нет, он там орёт. Это просто, короче, сумасшествие какое-то, ни хрена он напал. Артём, да. Он в меня попал так смачно. Я, кстати, видел его, что он здесь. А почему я же видел, что он зашел. Так, аптечку взял сразу же, хоп, принял. На грудь. На, в башню все. Так, сразу уходим в сторону. Они прям жесткие такие. Прям жесткие. Убил. Прям жесткие такие типы. Во! Он прям лупит конкретно, смотри, где он там. Готов. А они вот, интересно, где они патроны-то берут? Это же столько вот, ну считай, сколько, это же не первый год, это они тут прям вообще... Ну хотя то они тоже, наверное, какие-то вылазки делают и все вот это вот, находят там, зверинец там какой-то. Но все равно, мне кажется, как-то у них очень большое количество получается. И поэтому как-то это мне не верится, что они здесь как консервы, получается, что ли, сидели. Опа, это надо. Давай, запчасти такие нужны нам. На самом деле. Так, они отсюда пришли, да? О-о-о. На самом деле мне нужны патроны. Так, а что здесь у нас? Они здесь сидели, что ли? Они здесь сидели в холодильнике? Ну, нормально так, ага. Короче, идем дальше, так. Не возьмете вы меня просто так. А я тебе говорю, они сюда специально задумывают. А что здесь? Вот потайная дверь, что ли? Что он здесь сидел, ждал тут своего выхода, что ли?
Короче, давай идем дальше. Все, не боимся никого вообще. Так, а почему патронов-то не даете? Вон же лежат, смотри, какие хорошие патрончики. Так, доходим сюда. Так, это туда нам выходить. Ну, честно говоря, патронов вообще нет. Просто так стоять. Это лаз вниз. А если мы здесь пойдем? Подожди, если тут лаз вниз, тут, наверное, что-то есть. Сейчас я посмотрю. Может быть, тут тоже что-то есть такое интересное, которое мне понадобится. Прям шутан начался. Вот прошлая серия конкретно вся была по-тихому. А это прям конкретный шутан. Прям отдыхая, другая такая же игра есть. Стрелялка там прям вообще очень известная. А тут прям вообще очень-очень жестко все. Со всех сторон набегает. Ну, а хорошо, что они без прям вот не совсем такие опасные. Ну, а так, да тоже как-то страшновато чутка, да? Короче, вот такие дела. Так, я туда ходил, там что-то вообще ни хрена нет. Я думаю, что это такое? Давай. Давай. А, это с этим, с ночным видением. О, беги! Так, он понятно, он сам себя сжег, и я туда не пойду. Я так понимаю, что там тоже я могу себя сжечь. Я потому что уже вижу, что здесь вот есть какая-то вот эта вот канализация, или как там, вентиляция, канализация. Это все здесь. Крысы бегают, нормально. Ты зачем туда стреляла? Нахрена? Ну там же. Вон он! Где? Мне надо было все-таки там спрыгнуть. О. Так, они сюда не зайдут, пока я дверь не открою. А я открою сейчас. На. Где ты орешь? А он такой активный прям. Нормально. Вот тут, короче, нужен прям конкретно вот с калашом ходить, потому что только он тут меня спасает. Ну, здесь еще можно было с другим барушкой ходить. Мясо пришло, теперь точно. Че ты там, деды? Дурак, что ли, вообще? О. Так, потеряю кнопку. Ну, это хорошо, что патроны дают прям по полному. Это очень хорошо. Так. Подожди. Здесь все, да? Все забрал. Все. Блин, фу, говно вообще. Вот они вообще уроды. Внимание всем! Командный центр наш. При потере связи точка сбора здесь. Идиот, разберись с управлением дверями и лифтами. Заблокируйте везде проходы. Ой, ты что делаешь? Ничего себе. Вот это ты дал. Готов. Не, ну они жесткие типы на самом деле, прям очень жесткие. Они прям нападают, прям вообще толпой, они даже по себе стреляют. Так а чё, ну я чё, ну если чё, ну вот они же могут просто сами себя схавать, им чё, им не жалко. Что такое? Им наоборот, мне кажется, в плюс. Даже друг друга там валить. Беги.
А чё он? Я вообще сейчас не понял, что произошло. Он типа кинул своего корешка, что ли? Так, у меня патроны закончились очень не вовремя. Надо перезарядочку делать чаще. Так, стоп. Вот я сейчас видел там вход. А вот мои чуваки. Это не мои чуваки. Это не мои чуваки. Это не мои чуваки. Ему просто повезло. Так, 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 тихо, тихо. Ребята, ребята, осторожно. Так, тут понял я, на месте нельзя стоять. О, сейчас он мне врежет. Так, где мои ребятки-то? Они как идиоты орут, короче, вообще жуткость какая-то. Они что-то, наверное, больные какие-то. Ну, вообще-то, ну да. Есть у вас что-нибудь нужное для меня? Не, ну вы серьезно, ребята, вообще. Ну ты чё, серьезно? Давай, давай. Нормально, что все было. Подожди, какую я пушку? А, это все нормально. Ну это все. Это все нормально, да. Так, вот это вот мы сейчас для чего-то включим. Ну я просто сразу заметил его прям вообще. И вот все. Что происходит? А вот сюда надо. Так, я понял. Так, понятно, я его не пробиваю. А если мы его сожгем? Эй, ты! Я тебя скоро найду! Во-о-о! Что, я победил его, нет? Нет, я, видимо, его не победил. А если мы поменяем ему под... А каких... Какие патроны можем поменять? Так, стоп. Это подожди. Как нам? О, вот это вот надо нам поменять. Да ё-моё. А, в кнопках запутался. Где он? Это только так вот у меня бывает. Ладно. Дубль 2. Так. Я понимаю, что сейчас будет... Вообще прям нормально такой замес. Сейчас будет настоящий подстрелушечек. Сейчас мы, блядь, устроим тут. Так, где эти? Сразу же чик, меняем. Но вот это. Ну, короче, по барабану вообще, прикинь.
А как его уничтожать-то? Он вообще бессмертный какой-то. Сядь! Так, собрать. Сразу применить. Я так-то на него сейчас все патроны страчу. По барабану. Перезарядка! Не, ну так-то попал по нему вроде. Не взял гада этого! Серьезно? Ладно, давай по-другому пойдем. Так, оружие заклинило. Короче, все. Оружие больше у меня не работает. Ты вообще... Бля, ни хрена, вы что творите? Ааа, я тебя убил! Это босс, это босс! Ну вот и все, и договорился ты. А ну вот и все. Но я не буду его брать. У меня и так хорошие пушки есть. Есть еще, нет? Все, нет. Я все патроны на него потратил. У меня теперь не работает мой калашников автомат. Он теперь не работает. Он заклинил. Так, что мне тут дальше-то делать? Не, ну они такие серьезные ребята, я бы сказал, да? Такие прям нормальные пацаны. По краске стреляет, краска разливается. Так, ну если сейчас такие еще будут, то я их точно не переживу. Как в тире. Оп. 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 Так, тот чё? Кто тут чё пикает? А, зарядка, батарейка села. Сейчас сделаем все. Раскрутим. Так, туда нельзя входить. Стоп. Так, я буду собирать, но читать я буду позже. Пока и так смысл понятен, что здесь происходит. Я лучше что-нибудь здесь пособираю, похожу. Не, ну прям жестко, а тут вообще стрелялки такие. Хорошо, что они вот немного на себя патронов... требует. Вот это прям очень хорошо на самом деле. Если бы, блин, надо было больше патронов для них, это было бы очень плохо. И патронов бы не хватало. О! Анька, здорово! Ты опять здесь? Опять мне пришлось тебя выручать. Анька, ну чё, как дела? Артём, я знала! Покоцали чутка. Ох, ни хрена себе. Вечно найдется такой! Герой! А? Никого ты не спасешь, как и остальные! Сейчас надо будет... А ну, всё, не дергайся! Только не убивайте! Отпусти его! Помните, я говорил, был такой эксперимент... Заткнись! Жесткая Анна! Артём, ты цел? Слава богу. Чё с твоим личиком? Тебя покусали, что ли, немножко, да? Так. Идем, доложим полковнику. Полковнику доложим. Полковник сюда нас привез. Зачем привез вообще? Папа, закрытая дверь. Ну а что с ней будет? Ты, конечно, жива. Артем же за ней пришел. Ну. Открывай дверь. Артем вообще красавчик. Там как раз лифт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам в командный центр.
давай. Блин, Анька, ты чё? Ты не можешь ходить, что сразу не сказала? Давай, пошли. Давай я тебя на чём потолкаю. Давай, я тебя буду толкать, ты иди давай. Не хочешь? Ты чё, пьяная, что ли? Тебя напоили? Ну пошли, давай, чё стало-то? Батя ждёт, пошли. Вот это называется приехали. Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Силанти этот полоумный с фанатиками своими. Да. Чё, хреново, да? Таблеточку дать от головы, у меня есть. Ну, поехали, чё стало-то? Но нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. Вот же мразь какая. Ну. Поразительно просто. Ну. И ведь, похоже, правда, врач был. Ну ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили. Так что. Значит, все будет в порядке. Анька, сейчас тебя починят. Быстренько, сейчас восстановишься. Вот уверен, что мы сейчас к бате-то придем, и все будет с тобой в порядке. Что нам было делать? Умереть людьми! Ну вот так. Ух, ни хрена! Это такая мразь. Пушечка такая крутая. Богу, я бы себе не простил. Я в порядке. А кто же мог знать? Кто вот, я ж тебе сказал сразу раз такая. Я такая вся нормальная. 20 лет людей жрали. Ты понимаешь? А, простите. Я, как лейтёха сопливый, повёлся за министра обороны. Ну а ты чё думал-то? Ну какой министр обороны тебе ответит? Ты чё такой дурак-то старый? Отдавал. А, честь отдавал. Придумали. Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только те со своим щитом людей под землёй держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать будем? Хрен его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя? Нашел? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работают. А внизу это что? Вот это? Каспий-1, центр связи. Еще в Новосибирске такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило. Не знаю. Так, вот это вот, скорее всего, вот здесь, вот, наверное, Новосибирск. Да, вот здесь. Вот тут Новосибирск. Чего? Идиот, все нужное забрал. Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаем все. А, его Серега звать все-таки, понятно. А то не все и своими прозвищами, там этими всякими. Давай, все, погнали, нам надо идти. Сейчас эти будут нападать на нас. Пошли. Зря ты так. Идиот, давай быстрее. Но обошлось ведь? Именно что обошлось, Сереж. А если в следующий раз не обойдется? Ребят, ну чё, пойдемте? Чуть не упал. Стоять. Мельник, вот, не гони. Понял. Открывай. Больно я к нему привязалась. Кому привязалась? Так, я вот здесь тону, а ты там. А я здесь... Подожди. Чего ты? А, это ты туда, короче. А мне куда? Ладно, тогда я сюда сяду. Вот так. И буду здесь стрелять. У меня пушка сломана уже. Все. Они вообще какие-то неадекватные. Подожди, в кого вы стреляете? Где тут? А, вон. Вот я один патрон сделаю, все, и хватит. Я слишком много патронов потратил на этих засранцев. Ну, в смысле, Аня? В башню он был нахрен. О! Ага. Короче, у меня заклинила пушка. Я с вами не стреляю. Я... Мельник, а ты что стоишь, не стреляешь? Ты что вообще что ли охренел? Он не стреляет, стоит. Он мои патроны тратит. А свои не стреляет. Анька, давай. На там топоры летают.
На борт! Хватит запрыгивать! Отстреливаемся! Я ленту добить хотел, чтобы назад не брать! Тяжелая! Ага, понятно. Ну, у меня сломался пистолет. Они как, знаешь, как зомби, короче, бегут и... Сейчас съем я тебя. Я тебя съем. Вот так. Да нет там ничего, никакого правительственного бункера нет. Ну веселая серия на самом деле получается у нас сегодня, прям очень веселая. Я прям... И я, кретин, поверил этим с Ганзой. А я говорил. Что Москва в подчинении уставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы. Как салага поверил! Сука! А я говорил, что сюда не надо ехать. Надо ехать куда-нибудь в другое место. На юг, например, на какой-нибудь. Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Да что, я тебе говорю, ехать надо куда-нибудь. Может, все же вернуться в Москву? Не, в Москву точно нет. Рассказать им правду про войну, про правительство. Куда точно нет. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. Не. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артем еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать надо там колонию. Надо в горы ехать. В горы ну, надо так, ехать. Может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Новую найти? Спутники! Чего спутники тебе? Свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А ты... А что, если в этом серьезно? Ты красавчик, ты не идиот. Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше? У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твое идеальное место. Труби отъезд. Чё-то ты мне не нравишься. Аня, ты что-то кашляешь, мне не нравится. Так, а это мы, получается, как раз поехали куда? 3 месяца в пути, 3 месяца Пойдем испытаний. На Каспий. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Да. Вот это серьезно, да. Жара, вот я заметил, что сказал жара, значит, лето началось, что ли, или что? А, пустыня! О, мы в пустыне. Ну все, это прям круто. Что такое? Анька, тебе жарко? Анька, отвечай мне, тебе жарко? Че молчишь-то? Ты не хочешь со мной... Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Да? Ну, ничего, нормально, разберем сейчас. Где? Машина? Ты че? Опа, опа. Артём, машина! А УАЗик! Таблетка!
Надо забрать ей эту машину. Ну-ка, останавливайся, что-то давай. Не нравится мне эта встреча. Ну-ка, давай, пойдем разберемся. Они в поселке тормознулись, около дома с антеннами. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. А что ты с Дамиром-то, этот чертов бункер и убираться отсюда. Это моя жена. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить. А топлива и вовсе нет. Мельника заставим. Эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так точно. Ну все, иди. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Да ты будь осторожна. Артём, тебя все время надо выяснить, кто эти типы на машине. Угу. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Хорошо. Спасибо. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет, не быстро только, но и недалеко. Мотор ли такого веса слабоват? Да и соляры столько взять негде. Привет. Как дела? Чисто. Князь. Привет. Похеру ему. Ну и мне тоже, я пошел. Чё? Чисто. Чё чисто? Чё ты швыряешься тут, ходишь? Ну, это что-то еще вообще какая-то другая локация, короче. Что там с помещением, идиот? Идиот. Вроде касса раньше была и камера хранения. Рухляди всякой полно, надо будет прибраться. Что такое? Ну? На разведку собираешься? Да. Глянь, пригодится. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Опа, опа. Высверлил пару шариков для тихаря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там давай. Все несложно. Но я здесь видел, как... Пушки нашла. Не забывай чистить регулярно. Сейчас песок, сам понимаешь. Подожди. Ничего не понятно, как они работают. Но мне надо почистить, я же... О, давай почистим. Так, для тихаря. О-о-о. Нет, нет, этот не пойдет. Это для... ночного видения. Мне же не надо ночное видение. Я лучше какой-нибудь другой бы взял. О! А эти, наверное, подороже? Да, да, эти подороже. Это собрать надо будет. Ну, я оставлю вот так. И, иначе мне... Ну, я уже все, я просрал. Мне, короче, надо было... Чтобы не светилось. Это что, зелененький? Его только эко-лазер. Этого можно, короче, только разведеть с этим прибором ночного видения. Так что он мне пока не нужен. Хотя, может быть. Так. Да, это вот с прибором. Значит, да ты что, ты на место встань. Мы еще не разобрались с тобой. Ты еще уже убираешься. Так, 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 так. Что у нас там с автоматом-то? Все, он почищенный. Кто его почистил-то? Ага, я уже пулемет взял. Нам пулемет не надо. А где? Вот он. Не, подожди, а если мы вот этот вот поставим сюда, а сюда вот этот прицел? Нет, так не пойдет, только так. Блин, ну это плохо, конечно, мне нужен... Ну, просто автомату, мне кажется, он не нужен. Этот вот. Зачем он нужен? Хотя, ну хрен знает, может быть и нужен. Так, ладно, с этим разобрались. Что у нас здесь? Почистить, 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 почистить. Все почищено у нас. Так, здесь он глушителем так и остается. У него даже у него есть прицел. Но это очень плохо. Можно будет вот сюда его поставить. А сюда, ну сюда тогда мы поставим так, где все есть. Ну это он будет очень неудобный там. Где вообще ничего нету на него. Так, это все у нас почищено, сделано. Все. Тут новая локация, короче. Она вот эти вот... Вот, все, не хватает. Так, ладно. Этих нормально. Вот этих можно разобрать.
Так, а вот этих вот собрать. Собрать, говорю. Все. Ну все, я готов, короче, погнали. Погнали. Токарь, пока. Так, куда мне идти теперь? Сюда, наверное. Ну-ка, давай посмотрим. Да, мне сюда идти. Ой-ой-ой-ой-ой, карта-то тоже такая не маленькая. Убил. Ну, а хрен его знает. Может, они нападают. Может, и не нападают. Я же не знаю. Поэтому надо ко всему быть готовым. Ну, кстати, здесь можно будет... Это вот новая локация. Можно будет тут походить. В принципе... Я не знаю. Здесь, наверное, ночью-то тоже не получится. Потому что здесь пески. И, наверное, здесь меня будет видно. Так, ну-ка стоять, не шипеть. Чё шипишь-то вообще, что ли? Чё? Так, Артёма пугаешь, ходишь. Меня тут тоже пугаешь вместе с Артёмом. Все, тихо. Слышь, отсюда вам. Че ты плюешься-то? Так, хорошо, хорошо, хорошо. Что здесь у нас интересно? Ну, вот на самом деле, вот патроны, там вот эти все вот эти материалы, которые собирают, это надо собирать на самом деле, потому что... Что-то какие-то с рогами какие-то, тут что-то какие-то мутанты, что ли. Это костюм такой, хрен его знает, не знаю, сейчас посмотрим. Так, что идем дальше, куда идем? Вот в эти вот руины, наверное, сходить надо тоже. Артём, а? Тут, похоже, буря собирается, небо черное. Угу. И чё? Ну-ка не шипи. Я прям с самого начала пойду, я вот прям вот оттуда его пойду. Здесь вагоны проходил, просмотрел, сейчас сюда зайду еще. О! Вот, вот оно что, вот оно как. Ну иди сюда, поговорим. Это вот эти... Нормально, ты мне в таблеточку получил я. Вон он, на стене. Так, надо внимательно. Значит, они вот прилипают, короче, к стене, и потом ты их хрен найдешь. Понятно. Ладно, идем. Они еще сливаются, короче, со стен. Ага, вижу, вижу, вон один. Есть. Вот какой-то тип уже давно здесь лежит, отдыхает. Опа, для снайперской винтовки взял. Надо аккуратно здесь ходить, потому что они, ты видишь, как появляется, не пойми откуда он. Здесь тоже что-то какой-то, наверное, перевалочный какой-то пункт был, потому что здесь, видишь, чемоданы он валяется, всякая вот херна тени-то валяется. Одежда, всякие вещи. Вот он лежит. Ни хрена себе, вас тут много. А это какие-то усовершенствованные, смотри, они. В башню ему. Ну, я думаю, что местные уже понимают, что здесь не просто так пацаны приехали, непростые. Так, а что здесь? А, здесь... Здесь что-то есть. Ага, здесь уже ничего нету. И здесь тоже уже ничего нету. Все, уже кто-то до меня собрал. Еще есть где кто-то? Кто-нибудь здесь есть? Надо со всех пробовать стрелять. Не только с одного. Так, что у нас вот здесь есть? Новая локация, короче, здесь у нас. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я что-то уже вижу, нашел здесь. Вон он. Готов.
Прям без проблем вот так хлопнул и все. Че там? О, что за оружка? Это вот снайперка, наверное. Ну мы ее вот, да. Но мне просто сейчас она не нужна. Ого. На самом деле я вообще как бы не видел, на самом деле. Я просто вот, ну, произошла ситуация, вот и все. Да ты че? Ляш, успокойся. Дум-ту-ду-ду-дум-дум. Так, бензоколонка. Там точно 100% кто-нибудь есть. Или лишь, знаешь что, на время, наверное, поставить пока глушитель на этот, как он называется, на. Кто стреляет? На автомат. Поставить пока. На калаш. Это хорошо, что столько много здесь патронов, все вот этих вот материалов, все вот этого есть. Хорошо, это очень хорошо. Че это? Открывай. Я разрешаю. Я думал, он дверь откроет. О, здесь еще, наверное, эти монстры есть. Че, нет, не хочешь? Давай. Я не буду бежать туда, потому что я не знаю, что сейчас произошло и почему именно. А, этот надо одеть. Понятно. Все, одеваем. Так, ну я думаю, что можно идти туда потихонечку, только выключить свет. А как эти патроны? Дурной, что ли? И вообще не попадаю ни в кого. Так, хорошо, давай. Нет, иди сюда, братан. Надоели. Ну. Ну, знаешь что, вот это вот здесь вообще не работает. Я хотел поменять патроны. Ага. Только бы еще попадать в них. Только бы еще в них попадать, тогда вообще было бы прикольно. Так, я не понимаю, куда мне идти надо? Звук такой, не по-другому он стал стрелять как-то, мне кажется. Раньше он не так стрелял. А чё, на зарядку так быстро жрет, да? Так. Не сюда. А куда? Никуда. И не сюда. Ну куда-то туда, значит. А куда сюда? Не слышу вас! Ответьте! Идите!
Иди ты в жопу, папа! Так, это не работает, чувак. Отдыхает он. Он уже лежит, все, он уже готов спать. Ой-ой-ой-ой-ой, я ж забыл. Да ладно. О. Все, он успокоился. Какой-то доктор. А, ну, в общем, я понял. В бурю, короче, можно стрелять с любого оружия. Будет не слышно. Так, прибор ночного видения снимаем. Так, меня слышно, видно. А буря не слышно. В любом случае не слышно. Опа, я вижу, ружка лежит. Я вижу этого дурака, который на меня напал. Зря вы к нам сюда приехали. Да нет, это зря ты на меня сейчас напал. Я же тебе сейчас задницу надеру. Я сдаю. Он сдался. Я его не убил, он сдался. Опа. Че это такое-то сейчас мы тут взяли? Артём, связь. А, ты напугал-то, че меня? Меня прям оглушил ты вообще. Дай ему по морде, Артём. Ты че? Ты прям... Он устал просто, он, ну, он не понимает, что нельзя так делать. Так. Нет, моя оружка лучше. Так, что там есть? Так, подожди. Ну вот вместо чего ее можно взять? Или сейчас пока походить с этим? Или, блин, ну мне не знаю. Ну, блин. Ну, короче, мне не надо два тихаря, зачем? Хотя вот этот-то сильный. А тот тоже сильный, тот тоже неплохой, тот сейчас вот тоже совершенственный. Его пули летают медленнее. Ну, хрен с ним, ладно. Я не знаю. Ну, пускай будет, я его потом у этого токарева возьму, то есть еще возьму. Мне просто, ну, просто не надо, зачем он? Мне сейчас пока не нужен. Ух ты, какой быстрый. Её надо сваливать отсюда, ребят. Здесь мне делать нечего. Так. Я бы сейчас мне пригодилось, наверное, бы этот оружка это. Я его насквозь прострелил, видел, да? Может быть, все-таки будет дешевле на этом работать, вот с этим вот работать. Да. Дешевле будет, но сначала накачать бы его надо. Ой, слышь, вас тут много, короче, ребят, давайте по одному. Да иди ты, задница. Так, эти, смотри, разбегается. А, все. Сзади заходит, сзади заходит. Так, с этим я разобрался, типами. Опа, я могу управлять этой штукой. А, это ключ я у него забрал. Ну, здорово, здорово, давай, поехали. Так, все, Артём, садись. Или не садись. Так, а ты кто такой? Вот это вообще сейчас вообще не обломлено, зачем? Дамир, спасибо тебе, Фрайрифан, братан, ты красавчик вообще. Где, дружище? Откапывать тебя не надо.
Не, не надо. Ну, вылезай тогда. Ну и все хорошо, да. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Да, он сам на меня наехал. Несговорчивые какие. Но я ему ничего плохого не сделал. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе кум королю, это же не пешком по жаре топать. Ну и все. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. А ты что, поехали? Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Ну и чё? Думаю, кулички на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. А где он? Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи. Я понял, это надо нам выходить через другую карту. Ладно, поехали, а что нам делать? Так, убирай свою сразу карту, она мне нужна. Спасибо тебе, Дамир, ты красавчик. Давай, где ты? Куда ты делся? Ты где? А вот, ну все, давай, пока. А мы поедем, на маяк. Не знаю зачем, но мы туда поедем. Не знаю дело, что там что-то должно быть. Так. Что там, педальки, да? Вот, передачи переключать, коробка передач. Вот ключ такой. И все. По дороге. Едем по дороге. Что там? Ничего, нет, все нормально. А музыку можно? Какая-нибудь есть вот эта стереосистема? Всем там? Слушать! Ух. Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Братва! Мне сообщают, что на нашу территорию подвалили какие-то гастролеры на паровозе. Это странно! Мы вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашений соваться себе дороже. Гости, видать, из непонятливых. Ну или издалека. В любом случае надо разобраться, что это за черти и чего хотят. Кого надо, вызову отдельно. А остальным пока готовить тачки, пушки и бычье из рабов. Скоро все это может понадобиться. Я могу всем тебе... отбой. Барон сказал. Могу тебе сказать, что ты зря так думаешь. Мы уже были у этих чуваков, которые хотели нас съесть. Мы были у чуваков, которые боятся электричества. И с вами мы справимся без исключения. Если ты мне не веришь, позвони мне, пожалуйста, на сотовый. Я тебе объясню все. Так, это кто такие? Ну-ка. Нет, я просто не хочу тут открывать огонь, но они меня вроде как не видят, да и ну и хрен с ними, пускай. Потом, если что, если увидят, будем стрелять тогда их сразу. А ты кто такой? Так, это барон. Дает нам силу священного пламени. Ну, если его потушить. А я его зачем зажег? Я пописил на это пламя, вот и все. Так, что у нас тут? Ты кто, мерда? Раб. Не знал тебя совсем. Ты нас проверял, пришел, да? Да, 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 да. Я... От барон пришел, слышишь? Да, 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 я босс. Понимаешь, я босс. Прости, мерза. Я глупый, лохматый раб. Ничего не знал. Хозяин наверху там, да? Хозяин все знал, да? Ты о чем? Ну, я так понимаю, что это, короче, рабы, они плохого мне ничего не сделают. Кто там ругается? Ты управлял вселенной? Я свет выключаю, чтобы не забыть, где я был, где меня не было. Так. Дай, хозяин, сила, чтобы защитить твой раб от враги. Чокнутый какой-то. Ты кто такой? Что здесь делать? Кто разрешал? А хозяин, чё? Тебя не ждать. Иди отсюда. Хорошо. Видишь, они не обижают, они безоружные. Нельзя туда. Болбай, иди. Не смей. Священное пламя покарает. Дай. Давай, отдыхай. Ну, смотри. Хозяин тебя поучит.
Так, ну я видел, там лестница наверх есть. Мы сейчас вот здесь где-нибудь припаркуемся. Чё случилось? Они, короче, их избивают, походу, я точно. Они их избивают. Но надо с ними по-другому, значит, разговаривать. Вот ты кто такой? На минуту же отошел! Чё это он? Да что такое? Внимание, противник! Дело плохо. Мертв! Что? Тревога! Противник на территории! Что? Вижу! Вижу! Они меня вообще увидели, нет? А что ты вот делаешь? Это кто? Понятно. Я вот сейчас перезаряжусь. Выйди сюда. По барабану тебе, посмотри, что с него. Вообще ничего не понятно, но очень интересно. Ладно, давай попробуем вот так. Как они меня увидели, это я не понимаю еще до сих пор, сейчас. Но здесь вот надо вот так сделать. И нам сейчас я с ними разберусь, и нам надо будет заканчивать на этой серии на сегодня. Сейчас я с ними разберусь. Давай. Так, все, тихо, тихо, тихо. Все. Ты чего испытался? В первом же бою в плен попал. Да я тебя не брал в плен. Блин, это хорошо, что я тебя не убил. Иди, чтоб не мешал. Иди отсюда. Фу. О. А, ну и все, да я здесь разобрался. А чё... я понял, для чего мне это надо было. Чтобы мне мимо проехать. Вот поэтому я и... Прочитать надо записки все. Надо все записки прочитать. Ну, я не знаю, стоит ли вообще там. И так все понятно, что здесь ни хрена что-то... Ладно, ребят, давайте будем на этом заканчивать. Ссылка в описании на плейлист будет под видео. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Также проходите в наш Discord-сервер. Там мы тоже общаемся. И до следующей серии. Всем пока.